Так. Я же у себя запустил, верно? Я же у себя запустил. Я у себя запустил или нет? Я же у себя запустил. Я у себя запустил, да? Сейчас, секунду, типы, блядь, а то тут... Сюда! Сюда, блядь! Боже, тут... Я себя сразу по-другому чувствую. Так, тут будет название. Модераторы, сразу. Сразу по-другому? Сразу по-моему, да? О, грязюка, блядь. Да как у меня тут видно прыщи мои? Блядь, а посмотри на меня, я вообще как полуёбище, блядь, выгляжу. Блядь, что-то у него с интернетом, пиздец, у него просадки какие-то, я вижу. Так, нормально все? Плюс один. Оф музыку. Как его оф? Так. Сейчас, мне надо кое-что сделать. Мне надо обязательно кое-что сделать. Блин, как сделать так, чтобы не было видных вещей? Мне надо поставить баннер, потому что... Не за баннер, за баннер. Баннер. Мне выебут и высушат. У меня же рекламы нету, блядь. У меня только один баннер. Маленький, малюсенький, блядь. Никому не нужный баннер, блядь. Никому не нужный баннер. Сейчас мы это все сделаем быстро. Вадя, у тебя телеграмма на ПК нету? Понятно, у меня что слышит. Так, мои стримеры тут-то... Ой, стримеры... Что плюс один? Что такое плюс один? Что плюс один? Что плюс один? Что такое плюс один? Я сегодня, конечно, не постримился. Что плюс один? Дядя, выпей... Так, поменяй название. Тиктоки, блядь. Тиктоки будем записывать. Тиктоки. Так, мне надо зайти к Ваде в ВК. Пусть меня простит, если... Так, ничего не видно, да? Что такое? Что ты там? Звук пишет, что звук? Все нахуй. ТГ, скинь ТГ. Так, где Вадя? Вадя моет голову. Сейчас, пацаны, подождите. Браузер, что это у него тут? А, блядь, ему ничего менять не буду. Браузер. Сделай погромче себе пишет. О, блядь, ебать, работает, прикинь, у него. Ёбаный снич. Погромче? Алло! Ебать, а где громкость? Привет, чат. Короче, всем привет, чат. Добрый день. Добрый день. 8 часов вечера, сегодня мы, блядь, будем сейчас записывать прекрасные тиктоки с нами в гостях. Я, а.к.а. Злой, голова меня не печет, а также Михалина, прекрасная мадемуазель, которая, привет, как бы согласилась на это все. Вообще-то я думал, что ясно, мы будем у меня стримить, было закрасить, но ну, мы это сделали у Вади, а я вообще не знал, что придумать, так что я придумал вам тиктоки, блядь. Времени на рассуждение нету. Историю сначала чекай. Да нет, у него нихуя в истории, вообще нихуя нет, у него там все пусто, блядь. Пусто, блядь. Вы думаете, так просто? У него все пусто. Ты просто лицезреешь на это, и все пусто, блядь, у него. Сейчас, я кину свою... Смотри, какой офигенный. Я говорю, офигенный цвет будет. Офигенный. Сине-фиолетовый такой, и насыщенный. Какого хуя? Классно? А ты так не хотел. Ну, сейчас высохнет. Но высохнет еще круче будет. А ну ближе ко мне. Что у тебя с битрейтом? А что у тебя с битрейтом, брат? Может, тебя что-то качает? Скорее всего, сервер какой-то хуёвый запустил. Нет, я просто поменял ключ трансляции и все. Сейчас все будет нормально. Да похуй, главное, чтобы не лагало. Сейчас я запостил, что я начал стримить, потому что мало мои ребята не приходят. Ну да, блять, мало. 14к. Ну да, мало. Короче, Вадим, блять, слушай, может мне тоже ёбнуть? Блядь, мне еще ну, мне нравится. Ну, не хочу потанцевать, я не хочу. Давайте, короче. Оно, слышь, оно потом можем замешать, мы можем, можно дамазать. Мы это можем вчетвером один тикток ёбнуть. Да. Ну, типа, изначально. Есть какие-то массовые? Бля, я просто... У тебя есть же тиктоки на компа? Массовые. На компе? Оргия, блядь. Блядь. На компа, на да, компа. Да, есть. Через Блюстакс. Так, только я тоже пописать. Так, Блюстакс. Блюстакс. Подожди. Так, Вадим, я боюсь, что я не знаю, блядь, где все. Вот это все у тебя, брат. О,
А, Блюстакс, я вижу. Оргия, не оргия. Если ты сказал, что будешь снимать ТикТок, я хотя бы по-стримерски оделась бы. Да и нахуй, не. Вот эти, блядь, обновления ебаные. Да нет, просто я ж сам не выкупал, что мы будем делать. Типа. Блядь, что с битрейтом, пиздец? Что-то он прыгает. ТикТок, сюда. У тебя он не лагает? Ты смотрел ранее ТикТоки? Вы вышли из аккаунта, попробуйте выйти снова. Сейчас, рекомендации. Посмотри. Стой. А... Брат, а где у тебя этот... Давай только на фул лучше его, блядь. Что на фул? Экран. Тебе, веб, тебе надо просто эту сделать меньше. Вебку мою? Да, вебку типа сужай. И экран включай. Захват экрана, да? Вот это? Да. Смотри на Йосипа, ты видел? Строго, бля. А давайте мы все вчетвером такой запишем, это давай. Это очень сложно. В смысле сложно? Ну, что это? Я это сохранял, сейчас. Тише, 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 зара, 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 хвалыну. Блядь, ебать, блядь, вас дохуя напало, блядь, на типа, на меня, на... А я куда ты, уебище? Зараз. Что это, блядь? Я вообще теперь не слышу нихуя. Вадим, а это наушники, блядь? Да. Это наушники? Да, вот это наушники. Короче, я нашел ТикТок. Видел, что строго делал? Что? Мы сейчас будем все его повторять. Как он подписан? Строго просто? Да. Строго 1337 или просто строго? Я не знаю. О, поиск, здесь поиск лагает. Я не знаю, что с ним делать. Перезаходи в ТикТок. Перезаходи. Да похуй, я могу... Не, ты ничего не можешь. Вот он, блядь, о, сразу. Нихуя. Вот он сразу. Вот это сделаем? Понял, как это делается? Сделаем что, так? Что это за... Типа, идет музыка, мы должны... Вот идет эта линия. Идет эта линия, мы должны себе сделать кружок. Я тебе сейчас покажу под эти песни, как делают профессионалы. Ну, строго просто... Вот смотри, как, допустим, вот так делаю, смотри. Видишь? Бля, прикольно ж получается, да? А, ты же нихуя не видишь, да? Громче? Донаты включи. У меня донатов здесь нету, ребят. Я не буду здесь донаты включать свои. А ты... Вот это смотри. Нихуя, блядь. Да прикольно. Ну, это пиздец. Это сложно? Нет, это сложно. Это так не получится с первого раза. А может мы сделаем так, что у нас будут тела разные, но... А может, нам надо было... поменяемся. А может нам надо было сделать, когда мы, у нас были один цвет волос, потом другой? А я бы головами поменялась. Типа головы отсканировались, а потом быстро перебежали бы. А ну давай, слышишь? Бы мы голову. Сможем так поменяться, слышь, головами? Да. Как понять, как это сделать? Это слева направо нужно, типа... Сейчас, вот этот трек мне, вот этот трек, и мы меняемся... А сейчас к строго зайдем. Микро хрипит. Вот это убрать. Скажи, что убрать? Что? Справа. А, точно. Нет, ты... Оп. Как строго? Ебать, у меня GGBT 1X был. Я ебу, блядь, сейчас бы пизды дали, блядь. Я хуею, блядь. Так, GGBT, блядь. GGBT, блядь. Блядь, меня, типа, это бы волосы, блядь, пошли. Подключи Wi-Fi. Вадим, будь добр. Так я же, блядь, на мне нечего сушить. На, будь добр. Я что, сушить? Бэд, блядь. Я могу просто еще сильнее вымокнуть. Ебать, 16 тысяч, ёбнешься, блядь. Так, половимся. Так, смотри, ты понял, как мы делаем? Wi-Fi есть, Михалина. Блядь, мне надо телефон через трех типов просунуть, чтобы сделать грязюку. И сверху вот так. А сверху искажение... А сверху, а что мы сверху сделаем? Вот так. А можно помедленнее, чтобы эта хуета и шла? Ой. А-а-а! Ой. Блядь. А можно помедленнее? А можно помедленнее? Бля, она очень быстрая. А можно помедленнее? Нельзя, злой, ну блядь. Я знаю, что я сделаю. Смотри. Что? Нет. Вау! Вау! Чё, вау! Ебать, блядь. А чё их нет? Может, с таймером?
Как? Давай, блядь, прикольная хуйня, да? Давай с таймером. Блядь, такая хуйня, пиздец. Только помедленный. Нельзя, медленнее, ну в лоб. Подожди, давай голова. Злой, блядь. Давай голова. Как поменяемся головами? Ну, типа... Боже, что сделать? Стоп, таймер? Да. Какой? Да. 3 секунды? 10. Йосиф. Головами надо слева направо. А что делать? А что мы делаем? Мы просто меняемся. Я с Михалиной меняюсь. А я с Вадимом. Телом. А смотри, вы... ждем, пока голова что отсканируемся. Ну, голова отсканируется, и потом мы меняемся. Я думаю, сейчас. Подожди. Что, получилось что-то? Давай сделаем так. Нихуя. Блин, блядь. Давай, сохрани мне. Добавилось спереди, блядь. Сохрани мне это. А, блядь, сейчас. Сохрани просто, чтобы оно было. Черновики, я поняла. Да. Как? Чат, мы сейчас все покажем, чат. Мы сейчас все покажем. Как? А, уже? Не-не-не-не. Можно хуй так увеличивать, прикинь. Вот так идешь, чтобы они увеличивать. Что мы делаем? Да, можно. Ты хочешь урожки? Блядь, какая хуйня, блядь, что это? Что это? Блядь, это дичь. Человеческая многоручка. Блядь, это очень сложно. Это сложно делать. Я же говорю, это будет сложно. Голова не лучше, мне кажется. Это надо потренироваться. Блядь, 4 человека, это дохуя. Давайте вот по 2, давайте я с Вадей. Что мы будем делать? Давайте я включу раз. Стой, подожди, а что мы будем делать? Нам нужно что-то... Меняться телами. Меняться телами? Да, да, голову отсканируете. Давай, я чуть дальше встану, давай. Подвинься, злой. Блядь, злой. Вау, блядь, хорош. Ничего себе. Не-не, давай вот так, отсюда. А там не видно будет. Давай, мы... Хуя ты придумал тикток снимать, они же все видят. Да мы сейчас будем заливать и показывать. Раз, два, три. Хуйня, блядь. Я не знаю, ты пропал. Да, ты же голову хотел поменять. Мы поменяли голову. Я смотри, просто так делал, блядь. Как жвачка там давно. А слушай, а давай головы съебемся. Головы и съебемся. О, да, это прикольно. Ты влево туда уходишь, я вправо. Услышь, а можешь записать, чтобы оно не сразу вниз, а по паузам, чтобы оно нормально... Нельзя. По паузам. По паузам. Это так не работает. Давай. Ты влево уходишь, я вправо. Давай. Раз, два, три. Это надо делать быстрее. Давай, жирафа. Дядь. Что-то хуйня какая-то. Куда мы ушли? Сохраняй нейро, все, все, все. Я маме пойду показывать. Халина, давай покажем, как это. А давай, слушай, я давай ты мою голову держишь мы в руках. Мы хорошо с тобой головами. Слышишь, меняли. Иди сюда ко мне. Иди ко мне. Держи мою голову в руках. Держи мою голову в руках. Вот так. Не-не-не. Вот так держи. Ну, вот так. И оно сканирует голову, я хуяк ныряю. А можно сделать вот так вот? Давай. Смотрите, вот так с этой стороны. Оно тут медленнее. Не-не, другой. Давайте так. А как это? Как? А что мне делать? Что, блядь? Что это за труп, блядь? Сверху можешь мне давай, блядь. Давай. Я не слышу. Так, боком? Я делаю чуть тише. Съёбывай! Ну почти вышло, ты дёргаешься. Ты дёргаешься. Ближе, давай ближе станем. Давай, не, нормально, давай ближе. Раз, два. Падай. Уёбище, давай. Настя. И как это? У тебя ноги остались. А ты можешь не держать, тебя же уже не видно. Руки же уже, все. У тебя ноги остались. А у тебя ебало не осталось. Сохрани эту хуйню. Давай нормально, только можешь не держать, понял? Руки. Не, ну держи лучше. Раз, два, три. Давай, давай. Давай так. Вот так. Падай такой вперед. С лицом, блядь. Давай. А твоя лица нема. Ты на каком? На японском. На татарском, блядь. Ебало не дергай.
Сава! Жопа видна! Чел, у тебя срак видно. У тебя жопу потом там видно, смотри, ты наставляешь жопу. Блядь. А ну покажите, девчонки, вы это. Михалина, давайте ловим. Как? А что мы будем делать? Мы тогда с тобой хорошо поменялись. А может поменяемся, как кентавры? Только иди нажимай. Иди нажимай. Блин, в этот раз не так получилось. Но у нас получится. Давай с головой. Давай с головой попробуем. Так как у них. Я могу волосы поставить. Сейчас поставлю. Да, оно очень быстрое, блядь. Да, да. Где же мой голос? Что с руками? Что с руками, ебать? Я человеческий многоручка. Зажмите, чтобы не длиннее было, говорят, слышишь? Я не знаю, как. А фиолетовый больше. Зажми, чтобы не длиннее. Зажмите, там можно зажать. Блять, зло, сам разбирайся, я не знаю. Она не будет. Дай, дай, я посмотрю. Надо не забыть, надо не забыть трансляцию. Что такое? Чуть на П не снесило. Не, не делай. Эффекты. Это этот эффект? Но у нас почти получилось. Как ты делаешь вправо, вправо? Вправо! Как ты его, сука? Что меня наебывают, блять? Блять, злой. Смотри. О, это я, кстати. Вот ебало мое. А ты видел, как чел лысину делал? Нет. Давайте потанцуем тогда. Давай, ну, хороший, лучше, надо залить что-то, я хочу. Что-то залить хочу уже тогда. Давай уже. Так мы же классно сделали с головами. Головами. Сейчас, черновики. Фиксация, фиксация, фиксация. А где нормально? Последний был норм, да? Друзья, я тебя отмечу. Ты как подписан, Йосип? Смотри, как девочка делает. Смотри. А, да? Но это сложно. Как? Алло, интернет? Алло? Сейчас. Вот и посмотрели, спасибо. Класс. Подключись к Wi-Fi, давай. Ебать, блядь. Ты можешь залить, кстати, такой? Я же хочу. Куда? Пацаны, чё? Чё залить, пацаны? Ну не залить? А чё, типа, ещё снять подобного? Так, что там ещё есть? А ну, боже мой, эти девчонки, блядь, подстраивают. Иди в сраку, но не давай, мои. Давай вот так, а потом, когда оно опустится, голова развернется в обратную сторону просто. Типа, я задом развернулась? А, типа, ты мне голову выкрутил на стол? Хуёвая. О, кстати, это прикольно. Она повернётся. Это я придумала. Это какой-то странный. Во, смотри, что делает. А, вот это? Смотри, что она делает. Да какой-то скилл надо иметь, смотри, бля, прям эти, правда? Ебать, охуенно, прям. Нихуя! Охуенно, это с рук, прикинь? Это с рук, пиздец. С рук. Дай. Не, давай ты туда. Дай, и мне же надо смотри, сесть, смотри, Лея. Смотри. Это фейк. Дай сяду, Лея. Дайте сесть. Так не сделать, блядь. Так не сделать. Там видно, что это монтаж ебучий. Я и кот тут хуёвый свет, все видно. Ничего, что? Так, где все, этот? Все видно полностью, все недостатки. Ну, извините. Так, это нахуй. Строго. Что они вообще снимают, эти наши... Наташа показала сиськи. Блять. Что, снимем такой же? Нет, ну... Вот, смотри, как типы наши сняли. И чё? Смотри. О, класс! У них классно получилось, ебать, видишь? Давайте я так же с девчонками. Давай. Вы сможете так же снять? Ну давай. Ну им надо упасть прям. Надо какую-то грязь. Не, ну достаточно места, чтобы отойти. Здесь нормально. Блять, строго, я никогда не думал, что буду пиздить у тебя контент, блять. Так он его тоже спиздил, какая разница? Это ж не его. Все, что есть, строго он все спиздил. Хорошо. Даже зрителей. Да и вот этот цвет, конечно, отвратительный. А какой-то трек нам пиздатый надо, да? Какой-то классный. Какой? Так это ж под эту музыку делается. Баня, сколько ты будешь играть? Для строго тут или нет? Строго. Нажмите, что такое? Что ты хочешь, сука? Объясни ему, блядь. Объясни, нихуя непонятно, блядь. А что она не работает?
Объясни, блядь. Что такое, блядь? У тебя не работает ТикТок, вынесли. Не понял, меня что, взломали? А зачем ты... Ух, дядь. Ух, секс. Ух, блядь, стой, блядь. Блин. Какая классная. Михалина, сделай. Все, работает? Искажение лица, работает. Да? Все. Все, я понял. Мне нужен таймер, да? Поставить таймер. Да. Таймер. Подождите. А как надо, чтобы вы стали, блядь? Это раз. Ну ты вот так должен стать. Ну ты что, тупой? Ну ты, блядь. А что у меня телефон такой уебанский, сука, угол обзора 1%, блядь? Давай я нажму. Я нажму. Что такое, а? Это же я могу себе... Встаньте! Да, надо поменяться с Михалиной. Иди сюда! Иди сюда, Ле! Ле! Да не так, а вот так! И что, это пенис торчит? Ну, почти. А что с еблом у тебя? Что? Сохрани мне это. Нет, да вы нормально можете сделать. Давай нормально. Боже, нормально. Они вот давай. Так вот. Я сейчас сделаю, я сейчас делаю вебку выше. 5 секунд поставь. 5, 10 секунд ставлю. Давай, 10. Только посередине ставь. Давайте. Блядь, я немножко... это... Может поближе станет? Эй, куда тебе пол повернулись? Давай еще раз. Давай. Может мне на руки поставить? Какой говняный этот цвет? Отвечаю. Mm-hmm. Это как говнище. Без него было бы намного лучше. Ну, блядь, ставьте на руки. Ебать, это остановка. Мне идеально вообще, ля. Зоя, ты, блядь, так поднимаешь голову, как будто я 170 рост. Давайте, окей, ну я хочу. Давайте вот так вы руки поставите, вот так. Смотрите, вот так вот. Вот так вот. Вот так вы ставите ротики свои сюда. Ставьте свои ротики сюда. Зоя, блядь, отойди, я же меня куда убегать. Ой. Надо было просто ставьте. Блять, я не могу уйти нормально. Ты... Я не могу нормально ой, уйти, ой, а что мне с лицом? Я наполовину, блядь. Я не могу нормально мало уйти. Места, мне мало поверни места. Ко мне телефон, давай на сюда меня. Повернем. Заберите стул. Ну-ка поменяй вот эту поеботу, чтобы она в бок не бегала. А? Зой, туда встань, я же должна, блядь, туда, да. Вы готовы, девчонки? Ротики сюда! А я спряталась за него. Вы просто назад будете прятаться? Назад прячься, обе. Нет, так не пойдет. Блять, как сложно это снимать. Сложно. Давайте сюда. Да фигня, вот сюда на моем пальце. Блядь, я куда ты уходишь, ёсыпот? Блять, у меня не получается, я, блядь, не тиктокерка. Куда уходишь? Давайте, девчонки, еще раз. Молодцы. Палец свой. Ой, я хрусту. Блядь, ну видно, да. Ну видно, что я ухожу. Что съебало, его не существует. Можешь так? Вниз. Вниз лучше, да? Вниз. Хорошо. Может, все-таки так? Блядь. Вот так? Так, да. Нужно падать так вниз, у меня вот этот убегать. Запас времени вот это. Есть на птицу, это такой запас времени. О, кстати, прикольно. У Леи вообще супер вышло. Жопа осталась немножко. Чуть-чуть. Ебать, как... Ну нормально. Я как пришедший из этих... Нимб у меня на голове, посмотрите. Я публикую.
Отмеч в тебе. Ну, отмечай. Отмеч тебе. Я же ем, но я еще ж нету. Ты ничего не сняла? Я у меня два тиктока. Михаил. Отмеч тебе. Как тебя понять? Как тебя понять? Давай. Гор. На я. А выключи ей этот свет. Слышишь? Ну его не хватает. Это они не может быть мощнее. Нет. Бля, нахуй я так сразу созреваю? Может надо. Ну может я хотя бы чуть-чуть бы подождал. Ну с тобой уже 400 типов набралось. Смотри, ты меня держишь в руках. Капец, это я сегодня так испачкалась. Так, окей. Наверное. Привет. Привет, хлопцы. Я 5000 на Нави поставил, а вы ставили? А ты специально того, что берешь тогда? Ну я сегодня ее специально для этого. Я еще хочу так. Так. А, злой тоже, кстати, испачкался. У него тут тоже. Сюды. Вадя, мы должны с тобой. Ну да, пару тысяч. Нормально. Так, какие нам. Пару тысяч, блядь. Подожди. Сними такой с жопой, слышишь? Вот это? Вообще. Да. А я не очко так. Да это старый тренд, надо новые тренды, брат. Брат. Да почему мне этот Йосип постоянно. Почему он везде у меня, канал, блядь? Канал его, блядь, справа. Где заходит на его канал? Почему он у меня везде? Блядь, как выйти от него? Блядь, он везде, слышишь? Сука. Михалина, помоги. Ебать. Он меня... Да, блядь, он везде, ебать! Что? Ебать, вот продвигает тела. Блядь, зайди в главную. Смотри. Стрелочка, шо? Шо это такое? Нажми. Смотри, чтоб я не нажал, везде он, блядь. Что это за хуйня, блядь? О. Все, его нет. Он сейчас появится. Он слабнет. Блядь, а что за... Блядь, а можно не рекомендовать его, ебать, везде, пиздец? Чё мне снять? О, что Наташа сняла? Ой, блядь, а что нормального? Сними так же, злой. Да не. Нам надо с тобой что-то классное соснять. Давай соснём. Аптитюс. Скучаешь по Ване, скуч? Ебать, это кринж-пиздец. Строго показывай свой член. Короче, блядь, дайте нормальный тиктокер. Да, блядь, то как мне нормально? Вадим, что с хуйня с твоим тиктоком, блядь? Вадь, у тебя гитара есть? Нет. Везде, везде, почему-то одни стримы. Что за хуйня? Везде строго! Блять! Я его. В него, если что, не захожу даже. Смотри, блядь. Блять, это нормально? Это нормальная хуйня или нет? О, ну вот кто-то. Вот это сразу. Да иди ты нахуй! Ну серьезно! Ну почему он везде, блядь? Как ливнуть отсюда, нахуй? Строго, 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 Генсуха, строго, Генсуха. Вадим, что с хуйня с ТикТоком? Я ебал, блядь, его. Ну это пиздец. Перезайди. Михалина. Перезайди. Да. Я ебал, серьезно, я сейчас перезайду. Это нормально, блядь? Ну смотри, даже бабуля справилась. Что справилась? Она АФК стоит, блядь. Смотри. Нихуя. Ну? Охуеть. Хуя. А ты не можешь. Бабуля 150 лет, нахуй, такие тиктоки хуярят. Блядь, а мы чё, рили ничего? Мне такое чувство, что у меня телефон старый просто. Михаил, можно я в рот возьму?
Нихуя, блядь. Нихуя. Айкос, можно? Хотя поза для просмотра ТикТока. Ебать, вы бы видели. Ну вот, все, открой на фул. Я так не на фул. На фул открой. Когда в ТикТоке, как какой-то тупой, сука, пиздец, нахуй, очень валит. Много и мелко. Вот этот ТикТок на фул открой. Подожди, потому что она... Блин, за... знаю, сейчас... Это прям... Что это за ёсы, блядь? Я не понимаю, ты же... Почему у тебя ТикТок на украинском, объясни мне. Мы в Украине, брат. Как дерутся твои одноклассники? Блядь. Маска называется, на кого ты похож. Нихуя, я думал, чуть банят нахуй тупой. Опа. Это, кстати, когда я 50 килограмм вешу, это не надо так. О, все, повторяем. Что делаем? Повторяем. Повторяем. Нихуя, блядь, как ты такое повторишь, блядь? А это что? Микс. Йо. Сколько блин подарить? 3-4. Так. Так он снимает каждый день ТикТоки. Да? Офигеть. Валя. 25к. Бля. Не, я просто Димана очень сильно люблю, чтобы кринжевать, типа. А чё у него с камерой? Чё за... Громче звук ТикТока сейчас. Ебать. А, ну это наебало, да, Коль? Он просто ТикТок с ней снял. Это, наверное, Дина купила себе телефон просто. А там старый, блядь. Ну, Модестал, говорят, чек на ТикТок, там нормальный. Блядь, я хочу потанцевать, просто с типами. Модестал, Модестал. А как у них называется ТикТок? Харуку. Да. Все. О, у них есть классный ТикТок, Вадим, смотри. Вадим, давай ты ляжешь, Вадя. А ты меня будешь сосать? Сяду. Михалина, а как... Сними с Михали. Михалина, давай вот этот. Смотри. Она очень компактная. Слышишь, давай вот этот. Зоя, иди-ка ты в пень. Давайте этот. Давай. Давай я буду переступать. Давай. Давай она реально тебе переступит. Да, тут у тебя ноги. Или вот поднять. Этот. Или давай, вот этот, смотри. Раз, смотри, я типа... А вот это, давай. Давайте вот этот. Ложись. Идите нахуй. А чё за это? Давай. Чё за сейчас, подожди. Стал? Вот этот классный. Давай, Вадя, словишь меня так? Нет. Давай, словишь. Нет, нахуй ты меня. Словишь. Ты словишь. Очень тяжёлый, это ты словишь. Нет. Словишь. Лови вон, блядь, лею нахуй. Да, Михаил. Лей лучше. Ты давай, лей, давай. Слышишь? Что у них за трек? Сколько ты весишь? 85? Да. Не, меня так лучше не ловить. Почему? Потому что лосины. А что, порвутся? Ну они немножко такие чуть просвечивают. Да похуй на них. Нормально все будет. Да, ну, нет. Ну, нет. А ничего, могут порваться? Ну, нет. Жопа, блядь. Ру. А вот твоя жопа действительно может. Ко. 1604. Все, нашел, нашел. Блядь, а им же повторяется эта хуйня. Как застопать-то, блядь? Все. О, реально, зайди Жожа, блядь. Ой, у него были тиктоки. Дядь, у него... Там мы не это снимем, не, мы не повторим то, что он снимает. Потому что у него не статичные. У него там то могилу прыгает какую-то, еще куда-то, блядь. Ну так прыгнешь в могилу. Спасибо, брат. Спасибо. Ты чё? Ну ладно, можете переступить меня. Они могут тебе накидать в телегу тиктоков? Накидайте мне в телегу тиктоков в обсуждение. Какие можно повторить. Хорошая идея, блядь. Я об этом забываю. Спасибо. Обсуждение. Лол! 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 Отбирай телегу. Отбирай тиктоки в телеге и кидай мне в ЛС. Нет, так вот, он выбрался. Все, я выбрал. Кого ловить? Михаил, давай. Давай, я не буду прыгать. Давай, я прыгну, а ты не сложишь. Давай. Давай. Я пока сяду. Ты меня сломишь? Ты не блядь, сломишь. Я боюсь. Это пиздец. Дядь, это охуенный тикток будет. Давай. Если она меня словит? Она не словит тебя. А так. О, давай на доверие. Слышишь, ты падаешь, она тебя ловит. Да, давай я тебя словлю. А мне как-то поясничку твою жалко. Блядь. Надо падать, блядь. Это знаешь, я ее задавлю. Да, так мы же нихуя не снимаем. Это будет эффект падающего шкафа на механизм. Снимаем.
Я боюсь. Мне страшно. Ничего страшного. Я боюсь. Ты готова? Да. Я все. Не переживай, если ты упадешь, если пробьешь пол, там первый этаж все мыщет. Мне нажимать? А что, я должна тебя ловить? Таймер, 3 секунды. Да. Да делать 10 секунд таймер. А 3 нормально, зачем ты пытаешься? Что ты думаешь? Хорошо. Погнали. Не уйду. Ты должен далеко встать и падать, она тебя должна ловить внизу. Бля, я же как разгонюсь нахуй. Давай дальше станем, вот так. Да. О, 20 и так попробую. Блять, я боюсь. Да ты мне высоко прыгай, вот так, чик, а я тоже чик. А я могу нажимать. Сейчас. Бля, меня не забанят за эту хуйню? Если она упадет. Что, нажимай тут. Давай. Как посмотреть? Упади реально. Вот так чисто доверие, вот так назад нахуй. Михалина, если что, как-то удержит. Давай. Она же сказала, что нормально. Ты будешь делать? Стоп. Сначала будет падать на тебя задом. Нет, задом, давай. А ты должен вот так словить? Нет, ты должна его вот так словить. Да? Под руки. А, все, я поняла, давай. Да. Все? Так он даже нормально падает. Пойди, а может так, чтобы тебя видно было? Да не бойся, Ваня, блядь. Подойди ближе. Ну давай я тебе один раз словлю, и ты поймешь, как это работает. Давай. Подойди, блин, ближе. Подойди дальше. Падай на меня, просто падай. Да ну что, тебе очкую, ебать? Давай я очкую, Просто упади. Я боюсь, давай. А ты не упадешь. Давай, падай. Сейчас, погоди. А я еще там стою. Удали. Как его удалить? Падай прям на фул. Давай. Блядь, ебать! Ебать! Ебать, я очканул, нахуй! Ебать, я очканул, блядь! Ебать, я очканул! У тебя здесь... Хуй. Ниточка. Ебать, я очканул! Она меня держит? Нет, так нет. Выше она должна держать. Я же лечу. Чуть-чуть выше. Я... Надо пуще лезть. На первый? Нет. Так, блядь. Сюда. А где моя сумка? Там. В столе. Сейчас приду. Давай. Я вот смотрю на цвет и прям кайфую. Бля. Офигеть. Она вот до сих пор еще мокрая. Вадя, давай тебе что-то снимем. Не, я не хочу. Ну давай. Я не хочу ТикТок вести. Мне не надо. Ну типа, блядь, не знаю, мне некомфортно, как я вести. Блядь, я нахуй все заливаю. Я не знаю, ты типа заливал бы хоть как-то равномерно. Три ТикТока залил, да похуй. Типа, окей, мне Волт скинул телегу ТикТок, сейчас я посмотрю. Два ТикТока. Что это, сука? Что это? Ну, блядь, а ты думаешь, мы так повторим, блядь? А что, тут ноги свел вместе и расставил? Ну мы можем попробовать, но это будет хуйня еще та, блядь. Ну можем попробовать. Сразу. Не? Давай сам ебаш. Там под музыку. Знаешь, какие тиктоки можешь посмотреть и попробовать повторить? Зайди на тикток Поплавского. Поплавского? Да. Прикольно. Он такие тиктоки записывает. Нет, шо ты, я тебе серьезно говорю? Зайди, посмотри, что Поплавский делает. У него там такая команда, ему вместе делают тиктоки. Да нет, еще нет. Это гениально! Да, где моя кожа? А, наверное, давай на первом этаже. Давай, кто со мной станет снять это? А тебе сейчас смотреть? Что? Смотри, как классно. Да, это гениально. А, это я видел, она сейчас придет в другую сторону. Да, давай, я хочу это снять. Давай, это прикольно. Кто со мной? Только свет здесь обратить. Я, блядь, не могу. Давай ты. Нет. Давай ты. С девочкой сними. Давай сними, нахуй ты со мной. А ты не хочешь? Давай тебе тоже сними. Нет. Почему? Что тебе на обоих, там обезьянки.
Почему ты не хочешь себе такое же? Мне не нужен никто. Блядь, Вадим, тебе все надо. Ты молодой, горячий это парень. Для него. У тебя на жопе что? О, это... Оно пристало. Давай. Да что ты... Да, блядь, поздно, ёбаный с ним. Вадим, можешь ли стартнуть? А я не умею. Нажми, нажми. Вот так вот. И нажми на хрестик справа. Вот это. Вот где хрестик? Да, это вот. Надо, это? Чтобы да. Боком оно было, а не сверху. Нажми на экран еще раз просто. И все. А запись надо было нажать? Да, 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 надо было, брат. А что? Все, готово? Все. Михалина, не заходи! Бля, охуенно! Охуенно, да? Михалина такая зашла, вторая. Да прикольно то, что еще Михалина зашла вот так. Бля, а что у тебя с лицом? На потолок. Нормально. Не заливай 30 тиктоков подряд, сохрани просто. Сохрани. Но лицо у тебя, конечно, перекосило. Михалина, давай тебе что-то снимем, хочешь? Да что? Да что? В смысле? Настроения нет. Что, нет настроения? Бля, охуенно, кидай еще. Я в ТикТок сразу заливаю. Киньте ссылку на ТикТок мой. Покажи, покажи. Там покажи. По ТикТок же зайди, есть. Же. Зайди на свой покажи. Тут. На а я могу на свой тут зайти, да? Конечно. Нет, то ты просто напиши злой и зайди. Давай. А будет работать поиск? А он же работал до этого. Ну он хуёво работает. Злой Твич. Это я. Это я. Сейчас он зальется. Бля, ебать ты назаливал. А, я этот не залил, он в черновиках у меня, понял? Я его потом залью. Сейчас я покажу. Ты обосрался? Ну, включи как. Смотри. Мне интересно, у тебя лицо обосрано? Ебать, ты обосрался. Может, тебя ниже попробовать ловить? А может, меня просто не ловить, нахуй? Не, ну я высоко тебя словил. Еще киньте в телегу тиктоки в обсуждение, пожалуйста, кто-нибудь. Блять, это можно лол. Выключить нахуй. Лол, 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 лол. Лол, можешь отобрать? Отобрать. Бля, вот это классно. Это легкий танец вообще. Ну, да, для тебя пиздец легкий. Да, для меня это самый легкий танец был. Уф. Погоди, если... Погоди, не перелистывай. О, подожди, подожди, а кто это? Что-то знакомое. Сейчас на каком-то из... А, грильница, типа, она смотрит, как ее жарят, да? Это порноактриса? Да, это ее. Но ты сегодня мне говорил, что не отречился. Да, точно! Нахуя это говорит на сцене? Что такого? Не знаю. Так. Бля, надо что-то повторить, пиздатый. Ну, танцы, ну его нахуй, да, наверное? А это тоже не, а это что? Здесь Шелби. Ёбаный снимаю. Что сломать кто? Бля, а что, ко мне снимать будем? Никому из вас снимать да, не будем? Тебе. О, ебать, этот прикольный. Повторюсь. А где взять? Что это в чате, ебать? Ёбнешься, блядь. Так всегда бывает, когда много онлайна? Да. А давай вот этот. Это хуёв, это хуйня, вот это чисто. Давай. Это под инстасамку? Не, вот это. Сейчас. Ой, Лёх, Лёх. Конечно, ждут. Ой, Лёх, Лёх. Без тебя так плохо. Сердце матухи, точно говорю. Давай. А я думал, это под инстасамку танец. Не, под инстасамку и хуй. Давай. Вот этот? Да. Давай. Лёх, Лёх, Лёх. Мне без тебя так плохо. А ты сколько хочешь записать? 20 штук тиктоков? Блять, я думал, мы все вместе будем что-то записывать. Типа, вы, вам да, всем весело. Так, все, ищу. Это кого? Михалина, а ты что не хочешь? Я не знаю, что снимать. Просто вы... Мы же не подготовлены. Бля, у них как-то радиус большой есть. У меня нихуя нету, блядь. Ну потому что типа, ты можешь дальше встать.
Или у меня телефон уебанский, или что? А, но у них он дальше снимается. А, так мне надо новый телефон. Телега, я чекну сейчас, чекну. Да не нормально. Чекни ТикТоки Джорджа. Да Джорджа, блядь, там... У него не ТикТоки, а пиздец какой-то, блядь. Что, да, давайте? Ноги, Вадя, иди к нам. И они, конечно, ждут. Да, у тебя угол обзора больше. Ой! Ты посмотри, как она исполняет! Ебать мой хуй! Это было отвратительно. И последняя фраза тоже. Давайте. Давай. Ой, Лёха! Не без тебя так плохо. Ты потренировался? Хотя бы, нет, знаешь, я не знаю, как делать. Ну, типа, покажи, вот так. Блять, у меня камера съехала. Ну, как ты хочешь здесь втроём поместиться? Я просто даже не понимаю. Ну вот, смотри. Вот танец. Оп, оп. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Три. Оп. 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 Блять, это сложно. Все, вот и изи, дядь. Не танцевать, блять. Ну так, встаешь. Сначала попой виляй, смотри, потом... Блядь, раз, нет, два, нет, раз, сначала два. Попой. Сначала попой, нет, сейчас увидишь. Нет. Сначала попой. Раз, два, раз, три, два, четыре, четыре, пять, шесть. Оп, погнали. Оп, 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 оп. Это просто сюда. Раз. Оп. Блядь, ну мне не получается. И оп, 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 оп. Я не понимаю, как это ногой двигать. Так, так, так. Подпрыгиваешь? Вот так. Подпрыгнул, да, и теперь подпрыгнул в другую. Ну, брат. Я не снимаю. Смотри, не, идем, иди. Получается. Не, не получается, не получается. Нет, все, делайте вы, блядь. Оп, 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 нахуй. Оп, оп. Но вот это может не получится. А с кем я сниму? Ты с Леей, вон она хотела. Лея, ты умеешь? Да, она умеет. Но мы можем потренироваться. А Михалина? Мы втроем не влезем. Согласен. Я вообще маленькая. Просто подальше надо. Я бы встала, реально, мы втроем не влезем. Это вот так, смотри, мы. Оп. Нет, сначала надо... Ты включи их и будем повторять то, что они делают. Нет, Батя, включай трек нам. Нажми на кнопку, похуй. Давай. И они, конечно, ждут. А как сказать? Ой, ой, ой. Оп. А как дальше? Оп. Оп. Так, это же оно, нет? Да. Прям не очень вышло. Не, давай заново. Раз. Два, три. Ты поняла? Ты поняла, как надо делать? Так, я еще раз на них смотрю, что они делают. Да, только их нахуй выключить надо, как минимум. Почему? Что звук? Я наоборот вам включил, чтобы... Да. Там звук у них. Звук у них на стриме. Ну и чё? А, да тут... Ну да, Всё. Мне надо же смотреть, как они делают. Подожди, с самого начала, когда они начнут... Смотри, оп-оп, Лёх. Мне без тебя так плохо. Паре рурирам и все. Изи. Что это, блядь? Что за хуйня, блядь? Вот это да. Удалить. Ты поняла как? Сейчас. Ну. Паре рури, паре рам. Нажми, все. Сейчас они будут. Это такой крейж, это такой, о боже мой, пожалуйста. Это охуенно. А, это отвратительно. Да, я уебал ее. Блядь. Мне так стыдно. Давай нормально запишем. Нормально, качественно. Это пиздато было. Качественно, нормально. Алексей, здравствуйте. Ой, Лех, Алексей, вы Алексей. Окей, дальше. Так, начинаем. Сторону. Давай, все, типа вот так, че у потом вот так, вот так, вот так. Да. Только не бей меня, пожалуйста. Раз, раз. Убери эту штуку лучше куда-то ближе. Иисус, куда-то ближе. У нас нормально видно, смотри, давай. Раз, два, раз, два. Раз. Они быстрее это делают. Видишь, как они так делают? Я, так... Потом вместе приседают и жопой смотрите. Давай на пять раз. В смысле на пять? На пять раз. Типа смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Приземляемся. Но они нога. Ну сколько? Давай. Хорошо. Раз, два, три, сначала... четыре, пять, шесть, семь. Семь. Сначала они еще так делают. Ой, семь раз. И пошли. Семь раз они, понимаешь, делают.
7 раз. Погнали. Понимаешь? 7 раз. Давай. Понимаешь? Да нахуй ты, ты так, блядь, повторяешь 7 раз. Поняла, я не тупая, 7 раз. Хорошо, стопуй, все. Маэстро. Маэстро, что ты шукаешь, Йосиф? Давай. Погнали. 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Оп, оп. О, суки. Изи, молодец, я же говорил, мы сможем это дерьмо разъебать. Сюда! Сюда! Посмотри, как вышло. Давай посмотрим. Сюда! Получилось. Показать вам? Как в ТикТоке увидят. Конечно, жду. Народ требует фух. Все, я ТикТокер буду. Да, я тебе сейчас один из самых перспективных вообще. Я в ТикТоке буду снимать. Так. Что там в телегу? В телеге, что у нас? А ты туда залезешь? Что это? Это что-то сложное, пиздец. Ебанат! Кальция, блядь! Как мне это снять? А что у них еще есть? Лол, ты в телегу мне, блядь, что-то скидываешь или нет? А, это не у них. Ой, Лёх, Лёх! Мне без тебя так плохо. Чат, раскидайте что-то еще. Что это? Не досмотрела до конца. Ну, посмотри. Сможешь так же? Как? Встать без рук? Ага. А что у него за трек? Дай послушаю. Прикольно. Нихуя, блядь. А я так смогу? Не Андромеда, блядь, гений, нахуй. Прикольно, прикольно. А я тоже так смогу, чувак. А это не назад снято? Бля, хорошо, иди. Сейчас мы назад это снимем. Хотя, да, покажи людям. Можно. Покажи людям. Сейчас. Пацаны, смотрите, что тип... А сейчас они скажут. Не, больно на коленке будет. Больно на коленке. С коленок реально вот так вот пристать. Не-не-не. Не, да вроде нормально. Все правильно. Потому что так на колени... Повторим, чат. Повторим. Давай. Давай. Так, мне надо найти его трек. Так мне надо, чтобы меня кто-то снял. Так, как мне? Как мне понять? Что, давайте вот тут. Сними меня. На пол, сучечка. Вот здесь, вот тут вот. Твое место здесь. На пол, реально, блядь. О боже, какой ужас. Раз, два, три. О, блядь, а как встать, сука? Нет. Подожди, а... Ты не можешь встать? А как? Попробуй. Давай. А сейчас. Как встать? И прыгай. А я даже так встану. А-а-а, ну зараз. Давай. Вадя, а ты можешь? Ну зараз. Не, я не буду валяться, блядь. Ну тут уже пол вытерли. Нет, ты про чё? Я повытирал. Давай. Что вы тут, блин, делаете? А, мужики, что это вообще? Сюда носком такое? Затираю и все. Это, кстати, вообще откуда? Это даже не мое. Нет, ничего. Все, ты готова? Ты готова? У него носок съел. Давай, раз, два, три. Ого, нихуя. Нихуя себе. Что это за хуйня, блядь? Я тебе на вики постреляла. Блядь, это а сложно. А почему у тебя не выходит? А ты пробовал как-то штаны одеть без рук? Я пробовал раздеваться без рук. Блядь, ну что ты вот это... Блядь. Как же это выглядит? Как же это хуёво выглядит, блядь. В прямом смысле слова хуёво. Ух, что такое? Ну так вот будут тебя жалеть. Я как посрачник дала, мы солидарны. Бля, это сложно, я не могу так встать. Почему я могу так встать? Потому что ты... Внучка? Я не могу так встать, блядь. Внучка, блядь. Пиздец, блядь. Это очень сложно, чат.
Бля, у меня кожа покраснела, я ебал. Да, он гений, я согласна. У них собаки и кошки. Я решил покраситься. О! Я решил покраситься. 50 тысяч лайков, спасибо. Могли бы тоже так сделать. Могли бы. Ой, даже не. Вадь, а почему мы так не сделали? Не знаю. Прикольно. Я знаю этого чела, он Fortnite снимает. И он покрасился на 50 тысяч лайков просто. А вот этого чела знаешь? Бля, я ж нихуя не показываю. Я ж нихуя не показываю. Ой, лёг. Сейчас я что-то... Кидайте еще, слышите? Я вижу Нави. Кидайте что-то еще. Строго... Я вижу Нави! Строго будет стримить? После меня. Я не знаю. Строго, по-моему, не будет стримить. Что за день сегодня такой ёбнутый? Бля, Никита, арабские новости приходят. Дианон злого. Я смотрю, я ищу что-то грязное. Вышла PS5, включаю свою PS4. А, типа. Самое лучшее качество мужчины. О, сними такое. Ебать, это идеальная у тебя будет. Скромность, привлекательность. Блядь, пить. Кринж. Пресс. Нихуя. Рома, блядь. Голова, блядь. Сними такое, слышишь? Это охуенно, дядь. Да? Охуенно, да. Эмоции, главное, покажи. Настоящий. Давай, давай. Как снять? Как снять? Блядь, ник... Опасный какой-то. Сейчас. Тер... 62. Нашел. Сюда, блядь. Как, блядь, эти дети... Блядь, слушай, да у него просмотров больше, чем у меня, нахуй. Да он красава, ты чё, блядь? Вот, лучшие мужчины. Самое лучшее качество мужчины. Что у него, во-первых, скромность? Скромность? Да. Привлекательность, сохрани потом. Сохрани просто, пресс. А потом все скопируй. Что? Да. Что сохранить? Видосы. Прям сейчас я могу это дома снять. Нет, не сниму, конечно. Не, давай сейчас. А ты, я не умею снимать с паузами. Ты научишь меня? А ну хоть и с паузами, ты можешь сразу снять. Я тебе запишу все слова, которые тебе нужны. Давай. 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 А где этот титул? В избранных. У него лям он собрал. У него он лям собрал. И у тебя соберет лям. Угу, конечно. Где блин. Этот тикток, покажи. Вот. Вот он. Вот, смотри, иди сюда. Угу. Ставишь таймер. Сейчас, секунду. Давай. Ставишь таймер. Типа, тут скромность сейчас будет. Скромность? Потом... Да нет, подожди, надо хотя бы поприветствоваться. Что тут? Поприветствоваться. Что тут? Сила. Это сила? Подожди, а дальше что? Я же не знаю, подожди. Пенис. Следующий. Пенис, да, пенис. Давай пенис. Пресс. Привет. Давайте пресс. Пресс давай. Блять, я как уёб... Ну ладно, нормальный чел. Еще. Пенис, давай. Пенис. Пенис давай, пенис. И последнее. И последнее. Красота. Ну то надо лею снимать. Зоя, ты такой кринж, пиздец. У тебя эмоция такая. Как будто сейчас личинка лезет. Так ебать, я классно снял. Ебать! Если мне отсосут после этого видеоролика, я скажу тебе спасибо. В смысле, ты мне скажешь а спасибо? Если не отсосут? Если не отсосут, я не отсосут. Смотри, зачем тебе говорить мне спасибо? Нет, ты придумала такой классный контент. Ты классный контент придумала такой, мне нравится. Ты молодец. Типа, мне по кайфу. По кайфу. Выкладывать? Садись, смотри, какой. Так, это что? А, шапка дня. Так, надо что-то еще найти. Да, я видела это. А вы хотите, чтобы я сейчас вылаживал? То там надо подписать все. Вылаживал, злой вылаживал. Так, блядь, дай хотя бы сесть, блядь, тоже без викинтоу. Кинтоу. Может, попиздим? Кинтоу.
Вы, сука, сидите нахуй в своих телефонах, уёбищах. Хиндоу. Я сижу в телефоне. Я видел хиндоу. Даже не сижу. Три телефона у типа, три айфона. Они себе там что-то поняли. Пиздануться, блядь. Пиздануться. А дай третий стилет. Где третий стилет? Блядь, нахуй я туда все склал, я хотел на него сесть. Пиздец. А камеру ниже можно? Вадим, да. Я тебе три телефона. Вадим. Вадим. Не знаю. Ой, Лёха, Лёха. Сейчас я залью. Наташа на обоих у Ваги? Да, на обоих. Так, подожди. Что? Самые качества мужчины. Скромность. Бля, ебать, он классно снял. Вот он харизматично снял, а я как... А как мне редактировать его, слышишь? Ой, злой, злой. Подожди, я его сохранил, не могу редактировать? Можешь. Как? Назад сделай. А как редактировать? Блядь, ну злой, ну ты же умный вроде чел. Вчера только говорили про разум. Ум. Разум и его недостаток у тебя... Качество кентоу. И по таймингу можешь. А как мне сделать так, чтобы установить длительность, да? Эй, не крути меня, ну злой. Забри ногу. Извинись. Извинись. Его за волосок. Интересно, там. Так, я сейчас делаю. Вообще ничего не чувствую. А. Не получилось. Тихо, ша. Чат. Я заливаю. Давай. Что ты делаешь? Занял. Поедем кушать. Угу. Поедем. Что это такое? А что с обоями? Блять, а что с обоями, блять? Я не могу понять. Ой, блядь. Какой ты тупорылый, сука. Ну лучше. Ты хочешь сказать, что ты блядь. Слушай, можно оторвать? Да, можно. Ну одного только. А то мне скучно дома самому. Это мага, кстати. Теперь мага будет всегда со мной. Теперь мага будет. Нифига дизайнер. Всегда со мной. Так, главное качество кентоу. Сила, да? Сила. Сила. Сила хорошее качество, брат. Пенис еще должен. Бля, я такой упырь. Боже, может не надо это записывать? Бля, как так... Камера стоит нахуй, что видно, это пиздец. Что видно? Да ничего. Надо было просто чуть-чуть туда. Вадя, чем ты занимаешься вне стрима вообще? Ничем. Вообще ничем? Давай подвинемся. Что ты? Вот это что ты сидишь просто дома-дома, и мы кофе выходим пить. Просто дома-дома. Подвигайся. Иди сюда, уёбище. Спасибо, блядь, что пригласил меня нахуй. Иди сюда, говорит, уёбище. Сила. Ещё подвигайся. Сила. Я сейчас сделаю ТикТок и буду вас распизживать. Сила. 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 Что после силы идет? Мужество. Пресс. Мужество. Был пресс. Мужество. Вадя, ты не хочешь сделать бункер? Не. В реал лайфе. Типа прям настоящий? Да. Снять охуенную локацию и за столом поиграть в бункер. Бункер. Вирелли. А? Нет. Нахуя. В смысле, нахуя? Было бы весело. Кикать по-настоящему, типа, они боялись за то, что они вылетят, нахуй. Они просто, типа, блядь. Мужество. Сила, ловкость, интеллект. Ловкость. О, сила, ловкость, интеллект. Warcraft, Розентрон. Ебать, вот это охуенно, блядь. Сюда. Ловкость. Потом у меня был пенис и красота, да, Михалина? Да. Ебать, сложно это делать. Я каждый текст выписываю. Ебать, вот это сложно. Ну, я да, сильный, смотри, да, сила. Мужество какое. Это пенис. Это красота. Я ебал. Ну, вообще, это прикольно. Прикольно? Что еще, пунктуальность? Ну, да. У него пенис вместо пунктуальности. Готов? меня здорово, кикнули. Пишу. А, Жоржа. Откуда? С пузатой хаты, блядь? Мне кажется, невероятно, блядь. Пенис. Пенис. Через единицу надо писать. Ниссы. Знаешь, почему через единицу? Чтобы не заманить итоги? Да, потому что это детская хуйня. Ну, типа для детей... Пойми, типа... детская хуйня. Не, для детей, типа, и ТикТок боится. Кого? Пенис? Сюда.
Жожо, ебать, я по твоим стопам пошел, ТикТок классный записал. Ты видел, что ТикТок Жожо записывает вообще? Нет. Дядь, там, я видела. Там пиздец? Здорово, оригинально. Да, согласен. Ну, я не знаю, как он такое придумывает. Да, там типа... Я один раз, короче, стримил, когда только в Киеве... Только в Киев приехал, у меня было окно открыто. Чел написал, что мне, короче, полиция приезжала, и у чела тоже полиция приезжала. А, и он услышал, типа, да? Да, да. На районе. У меня чел вообще на этаже живет. Я только переехал, помнишь, мы тогда первый раз привел тебя? И он такой, о, можно сфоткаться? А, на моем этаже прям, прикинь, блядь. Он больше не приходил? Что такое? Что ты там прикрываешь? Что, блядь, прыщ? Я вижу, да не прикрывай его, не бойся. Хочу, поедем кушать? Хочешь камеру включить? Да нет. Поедем кушать сейчас? Поедем. А куда? А, не будем говорить, куда. Ну, сейчас скажем, давай. А мы влезем все? Конечно. Так я машиной. Так и у Вади тоже машина. Так что, на одной поедем? Можем на одной поехать. Ну, я сама не поеду. А, ну, окей. Так у нас два места и сзади, в смысле, уже маленькие. Так она сама не поедет. А я не могу сидеть сзади. Так сиди спереди, мне похуй. Так сиди спереди, он сядь сзади. Какая разница? Втроем? Что втроем? Ну, я одна не поеду. Ничего не понимаю. Блядь, ладно. Ну, сука, ну... Ну и что? Понимаешь? Мне по-моему нужно будет тачку брать. Дай салфетку, и у тебя прыщ течет. Это кровь течет, а не прыщ. Все, я заливаю, чат. Я челеваю. Сука. Заливаю. Кровопролитие. Я заливаю, но пожалуйста, не хейтите меня. У меня месячный. Не хейтите меня, пожалуйста. Это нормально получилось. Блядь, нахуй я это залил? Посмотри, как красиво. Я заливаю. Зачем я это залил? Ну, блядь, как девушка, да не, посмотри. Прикольно. Да не, да прикольно. Забей хуй. Какая она красивая, блядь. Все тёлки. А чё у тебя одни тёлки? А нахуй мне на кентов смотреть? Я и так в Дискорд захожу, блядь, все вебки включу, эти глукомоли, витичи, блядь. И так каждый день смотреть на них. А тут все девочки. Вот это очень красивые. Вот посмотрите, вот это малая, посмотри. Она на меня похожа. Вообще. У нее такие зубки и глаза красивые. У меня очень странный вкус. Она на хомячка. Да, да. Да. Она у нас вообще отличается. Вот посмотрите, идет. Посмотрите. Прям такой хомячок-хомячок. Я просто, я больше люблю типаж девушек-сучек таких. Да сука, ты в фокусе! Короче, я не в твоем вкусе, да? Чуть-чуть. Но ты такая милая сама по себе, она мне не милая. Как вам? Хуйня? Не пиздите. А ты милая. А мне нравится прям сучки. Не пиздите, чат, блять. Мне нравится... Ты знаешь, если меня не покормить, в принципе... Ну что фу, ну что фу. Ну, у меня странный вкус, да. На одной не влезем. Так зачем я его отправила домой, я не могу понять. Ну я ебу, блядь. Ты ж сказал. Я ебу, что какие у нас планы, что я буду делать, лицезреть или, блядь, что я буду делать. Я ж не ебу, блядь, что я буду делать. Я ж не ебу, блядь. Я ж не ебу, блядь. Я ж... Мы уже поняли. Шо? Мне чья-то ресница попала в ротик. Это точно ресница, а не лобковый волос? Бля, я такая, блядь, пиздец, на этой камере с этим светом тупо все, блядь, видно, все. Каждую черную. Ты собираешься? Да. Бля, мне бы тоже собраться, да? Я ж с этой обезьяной не поеду, боже. Поедешь. Что я делал? Может, на штаны наклеить. Она будет трогать твой пенис большой. У меня машина, конечно, в пизде стоит. Где? Везде? Угу. Бля. В начале прям. Машине было, я уже не ездила на машине 3 дня. Ты уже собрался, что ли? Да. Ну я просто типа. Ебать ты быстрый нахуй, блядь. Короче, чат, будем заканчивать. Стрим не длинный, потому что я нихуя не подготовил, блядь, вот поэтому и не длинный, блядь. Михлин заебал, блядь, я просто молчу уже, Михлин заебал, идите нахуй. А зачем ты агришься? Ты сейчас агришься, будет. Я знаю. И будет больно. Так всегда. Будет больно. Блядь, куда тебе эту мартышку ёбнуть? Сюда тебе ёбну вот так, чтобы ты нахуй... Я говорю тебе, типа, я слишком прямая, ты говоришь, да, о, захочу. Это круто, нам нет, будет. Нет, в такие моменты... А вот тебя. Именно... Понимаешь? Я не могу... Ребят! Понять.
я буду заканчивать. Обязательно часик тоже. Подписывайтесь на телеграм, модеры. Киньте телеграм, там оповещения, всякой грязюки, блядь. Новостные новости, а также красивые красотки, блядь. Ебать, классные слова, да, подбираю? Красивые красотки. Красивые, красит все там кроссовки. Классно, блядь. Ебало мое там сверкает, блядь. Подписывайтесь, не забывайте. Это куда? Это что, в Телеграм? В Телеграм? Да, где? Я же там пеннис еще сливаю, не надо. Все, ребят, я даю хостик Димасику. Спасибо за то, что смотрели, как мы красим свои ебучки, а также залетели ко мне на ТикТок. Я пойду чилить, мы пойдем кушать, а после этого... Я пойду чилить, а потом мы пойдем кушать. Пойдем кушать. Завтра, наверное, не буду стримить, а может буду, хуй знает. По настроению посмотрю, а то я думаю подготавливаться к днюхе, а я еще полностью не подготовился. Пока. О, ты ж Машу, Нихуя ты так, я так не умею даже рейдить. Всем хорошего настроения, дня. На Телеграм, Инстаграм. Со мной в гостях были Вадим Эвелон, Лея Горная, Михалина Новаковская, 250 Аден за рейд. Всем спокойной ночи, удачного вечера и добрый ранок. Боже, сколько пожеланий. А как начать, блядь, подожди. Может, еще всем отсосем? Начать! Начать! Все, установить.